Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Сиданом, Романом Григоровичем. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук каже, що в Україні все-таки розглядають призупинення безвізу з Ізраїлем. Він каже, що мова йде не про відміну, а саме про призупинення. І він пов'язує все це з тим, що наближається приїзд паломників до Умані. У нас немає ПВО, аби їх захистити. Ще українцям Ізраїль все частіше відмовляє у в'їзді. Що відбувається у наших відносинах на сьогоднішній день з Ізраїлем? Ви піднімаєте цю тему? Ну, Израиль никак, это правительство Израиля, я имею в виду, и то, которое было с Беннетом, вообще все понятно, это капитулянские настроения, как раз капитулянские по Украине, то есть израильтяне продавали Украину россиянам, по крайней мере, по частям. Крым, Донбасс, это было видно в прошлом году, 27 марта, вот это, о чем я говорю, Беннет вместе с Абрамовичем. Там Абрамович себе наарахамил снятие санкций, ну а Беннет конкретно продавал Крым и Донбасс россиянам. То есть, естественно, после этого отношение к Израилю как государству, раз правительство это государство и есть, то есть представляет государство, вопросы к Израилю как государству есть. Причем довольно-таки серьезные. После того, как Нетаньяху сменил Беннета, ну ж ничего не поменялось, еще и ухудшилось. Увеличились сношения с россиянами дипломатические, то есть расширились эти все отношения. Естественно, выплыли вопросы по производству форпостов, это израильский беспилотник «Ланцет» — это израильский копипаст беспилотника «Херо-400ЕС». И эти беспилотники работают против нас. То есть к Израилю есть очень много вопросов, к правительству Израиля, по крайней мере. Не пускают наших, с большими ограничениями движутся наши в Израиль наши беженцы, там возвращают. Естественно, есть безвиз, и этот безвиз надо закрывать с нашей стороны однозначно, раз нас израильтяне не пускают, правительство Израиля останавливает наших беженцев. Значит, мы не должны пускать хасидов в Украину. То есть такое зеркальное, по крайней мере, отображение это должно быть. Если хасиды в Умань собираются двигаться в очередной раз, там тысячи хасидов, их надо чем-то прикрывать. У нас нет сил, средств прикрыть все города. Запрашиваем ПВО израильское, они не дают, даже не хотят об этом разговаривать. Значит, нечего делать хасидам в Умане и вообще в Украине. Ну а и дальше вопрос по тому же Рамштайну. Есть информация о том, что идет слив с Рамштайна и через каналы израильские, в том числе не исключено этот слив. А эта информация поднимается, естественно, принимается решение или, по крайней мере, поднимается вопрос об исключении Израиля из Рамштайна. В конце концов, если они не определяются ни за умных или за красивых, значит, нам надо определиться и спустить их с забора в обратную сторону. Пусть уже будут с россиянами, раз им эта сторона так больше нравится. Но тогда их нельзя близко подпускать в Украину. То есть закрыть двери израильтянам, израильский паспорт, до свидания в Израиль, даже если есть и украинский. Забрали украинский и всех депортировали в Израиль. Это самый оптимальный вариант сейчас для развития отношений с Израилем, и не только с Израилем. Вот с такими, как Израиль. Это и отношения с теми же венграми, с орбановцами так называемыми. То есть есть еще несколько стран, Иран такой же самый. Китай на том же самом месте, вот это вообще прямые противники Украины, сейчас они на стороне России стоят, россиян это касается. То есть депортация полная по, как раз согласно международных законов, закрыли визовый режим, ввели, виз нет, а виз лучше не давать, а дальше депортировать всех, кто без виз находится на территории Украины. Опять же, согласно международным законам, никакого превышения там, или какого-то выборочного движения. Вот в таком режиме это надо выполнять, и это надо конкретно выполнять, иначе нас в конце концов вынудят и внутренние, и внешние колонны, нас вынудят сдать Крым, Донбасс, сдать нашу территорию. Это уже было в прошлом году. Да, это 10 лет было буквально. Последние, с 14 года, с Минска первого, нас вынуждают отдать наши территории России. Но они же на этом не остановятся, они
продолжат дальше съедать Украину. Потому здесь у нас единственная сейчас возможность есть восстановить наши территории. Да, придется тяжело, да, придется воевать. Но другой возможности не будет. Если мы сейчас пойдем на поводу вот этих израильских, ну или около израильских потух по передаче и сдаче территорий, то мы просто потеряем Украину. У нас украинцев не будет своей территории. Сергій Череватий говорить про те, що Україна перекинула резерви на Лиман-Куп'янський напрямок. Роман Григорович, а те, що ми перекидаємо туди резерви, ну, наскільки розумію, це для нас ну, важке, складне рішення, так, але виходу немає. Ну, почему? Это оперативное действие, которое проводит ответственный за направление генерал Сырский. У него два фронта, которые он сейчас курирует. Это Донецкий и Луганский фронт. Потому у него есть определенные тактические оперативные резервы, которыми он регулирует оборону. И в одном месте, то есть на Луганском направлении оборону, а на Донецком направлении по некоторым позициям движение вперед, вот в районе того же Бахмута, у него есть эти резервы, он ими оперирует, для этого эти резервы в принципе и есть. Мы сейчас удерживаем фронт, тяжело, сложно однозначно, россияне чуть ли не полгода готовили эти наступательные действия по Луганскому направлению, но там есть механизмы, как их останавливать в режиме той же активної оборони. В цьому режимі так і треба діяти. Просто теж була головна мета ворога, якраз наші сили та де... Да, ну это имеется в виду стратегические резервы. У них была главная задача сорвать наши стратегические резервы, которые готовятся двигаться на южных фронтах, на Азовское побережье и в Крым. А это оперативные резервы, это те резервы, которыми оперирует как раз старший по направлению. Там работает генерал Сыск. Те, что відбувається біля Авдіївки, це також спроба росіян, скажімо так, ну, перебити наш контрнаступ на півдні. Тому що Ганна Маляр казала про те, що не хочуть вони, тільки Авдіївку хочуть взяти в кільце, а сама Авдіївка всередині там їм не потрібна. Россиянам, да, они с одной стороны пытаются растянуть по линии фронта наши резервы, допустим, те же из-под Бахмута, которые там есть, чтобы не перебрасывали под Лиман, а, допустим, перебросили в ту же Авдеевку. То есть вдоль этой Донецкого, вдоль Восточного фронта, Донецко-Луганского фронта, они пытаются растянуть наши части, которые приданы для выполнения боевых задач там. Вот работают сразу по Купянску, с одной стороны, получается, этого фронта, и в районе Авдеевки, это другая часть фронта. Вот эту задачу пытаются выполнить. Это одна, а вторая основная задача, это все-таки отодвинуть от Донецка этот гарнизон в районе Авдеевки, в районе Марьинки, то есть это как раз два гарнизона, которые находятся в непосредственной близости от городской черты Донецка. Через Спартак Авдеевка отделена от Донецка, через Александровку Марьинка от Донецка. Это практически рядом, там несколько километров. Потому эти плацдармы для россиян очень опасны. С них наша армейская артиллерия может достать до любой точки Донецка, даже перехватывает и Ясиноватую, и Макеевку по некоторым позициям. А с Марьинки мы достаем и до Ларина, и до Мостина. Это одни из основных тоже пунктов обороны россиян в этом районе. То есть попытки эти есть, но они уже 10-й год пытаются это сделать, успеха не имеют. Потому, я думаю, там достаточно будет сил, средств для того, чтобы удержать эти плацдармы. Ну а при принятии решения о движении тогда уже начать двигаться на деокупацию Донецко-Макеевско-Ясиноватской агломерации. Генерал Наєв каже, що у Чернігівській області були знищені дві ворожі ДРГ. Він зазначив, що повторний наступ на Київ, такий сценарій українське командування не відкидало. Романе Григоровичу, ми аналізували саме так ситуацію біля кордонів, так і в самій Білорусі. Але от на сьогоднішній день, можливо, чи бачите ви якісь передумови, не бачите, що потрібно ворогу ну, виконати, які, скажімо так, ну, які дії да, для того, щоб здійснити ось цей прорив? Дело в том, что для того, чтобы выйти на Киев или начать движение на Киев, хватит одного Путина, который сам себе прикажет двигаться, двинется со стороны там, Городни или со стороны Гомеля и начнет двигаться там, на Чернигов в эту сторону. А чьи?
ну, один человек, он может принять решение, начнет двигаться, просто упрется в границу, и его срежут очередью наши пограничники. А вот для того, чтобы выполнить какое-то широкомасштабное движение, реальное движение, это надо как минимум 1,5–2 миллиона человек российских, российской армии. Причем это армии, то есть это не просто собрать, а сколько у россиян сейчас, 1,5 миллиона у них должно быть где-то всего вооруженных сил. Вот все вооруженные силы россиян собрать со всей России, открыть все границы, перебросить, а для этого надо несколько месяцев, перебросить, допустим, в Брянскую или область, или там в Беларусь, и постараться начать двигаться, по крайней мере, в сторону Киева. Там больше 100 километров нужно будет пройти. Это просто нереально. Есть просто вещи реальные, есть вещи нереальные. На данном этапе нет у россиян сейчас сил и средств для того, чтобы организовать масштабное движение в сторону Киева. Просто нечем. Подготовить надо года. 1,5–2 миллиона человек подготовить надо, ну, лет 10, наверное. Это не то, что там поставить строй или там собрать, раздать автоматы и куда-то погнать. Это надо готовить, то есть это на десяток лет, это как минимум. Поэтому я бы не сказал, что есть такая сейчас опасность именно для Киева, каких-то наступательных действий со стороны России именно в этом регионе. Перебросить силы, средства, которые у них есть с украинского фронта, с любого направления. Ну, сколько они могут перебросить? Ну, даже уйдут с запорожского и херсонского направления, вот там 150 тысяч человек, перебросят их, допустим, в Брянскую или область, или в Беларусь. Ну, 150 тысяч наши остановят на границе. Там достаточное количество сил, средств для остановки. Удержание 150 тысяч. Вот мы сейчас такое же примерное количество удерживаем на луганском направлении. Ну, вот то же самое и удержим. То есть они не успевают по срокам, по темпам и по подготовке как таковой. Вот то, что они сейчас могут более-менее как-то топтаться на южных границах, и то недолго. То есть после того, как прорубим эти две точки, где сейчас прогрызаем линии фронта, им придется уходить с Запорожского фронта. Либо они там просто погибнут, или попадут в оперативное окружение большое. А взять новых некуда. Они сейчас будут в сентябре месяце, россияне, скорее всего, запустят новый виток мобилизации. Они отмобилизуют 1300, может быть, чуть больше. К весне они эти 300 тысяч получат, вот как это было в прошлом году и в этом. Но к этому времени уже будет где-то такое же количество, уйдет с фронта и 200-ми, и тяжелыми 300-ми. То есть это восстановление тех же сил, средств, которые есть у них сейчас. То есть на восстановление отработают и не более того. Никакого расширения в ближайшие несколько лет, ну, точно не предвидится. Механизмов нет у россиян. Манифуче, а я уточню, скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, ну, це, можливо, мало ймовірний такий сценарій, але все ж таки, тобто, якщо росіяни розуміють, що вони втрачають так Херсонську, Запорізьку область, як ви говорите, вони перекидають тоді свої залишки сил у Брянську область, і це тоді, скажімо так, де не буде план Б, ну, от що робити далі? Нет, дело в том, что если они начнут уходить с юга, они ж посыпятся по югу, то есть мы сразу начнем заходить в тот же Крым, начнем работать по Донбассу, то есть они полностью потеряют юг и потеряют Крым сразу. Ну, то есть им придется уходить из Крыма в том числе, потому такая переброска вряд ли возможна. Но опять же, даже если это и будет, вот они все, поставили крест на юге, все, уходят с Крыма, уходят с Донбасса, выводят эти части, но этого будет недостаточно, чтобы начать двигаться в сторону Киева, просто недостаточно. На Киев может идти группировка в 1,5–2 миллиона человек. Вот то, что было в прошлом году, вот только умноженное на 10. А вот это, да, 4, там, сколько у нас миллионов в Киеве населения, это, да, половина по численности может как-то попытаться двинуться. Опять, попытаться, это не значит, что выполнить такого рода движение. Тем более Киев сейчас и направление северное очень хорошо прикрыто с воздуха. Значит, авиация туда точно не зайдет, ну, абсолютно никак. Вот они будут пытаться прогрызть без авиации, прогрызть наши линии обороны, с которой сейчас отстроены в сторону Киева. Как вот мы сейчас пытаемся прогрызть российские линии обороны в районе
Запорожского фронта. Вот с такой же примерно скоростью. Потому, ну, какого-то КПД от этого ж никакого абсолютно не будет. Потому с точки зрения военной такая операция, такая переброска, она чревата для россиян, причем очень большими потерями, освобождением украинской территории и потерями в личном составе. Ворог цієї ночі атакував масштабно Україну, дуже багато постраждалих міст, і постраждали людей багато, і є загиблі, випустив 28 ракет, 16 були збиті. Після цього в Офісі президента заявили, що вони закликають світ посилити санкції. Чи очікувати? Ну, санкції для того, щоб усилити. Діло в тому, що любое усилення санкцій без повного отрізання росіян від економічної і фінансової діяльності в світі, ну, вони на кілька місяців ці санкції діють як-то. Вони потім знаходять, росіяни знаходять обхідні пути, я навіть більше скажу, при включенні санкцій, при розрахунку санкцій, тут же сразу же і іщуться обхідні пути. Тобто, з однієї сторони вводяться санкції, и тут же вводится, открывается калитка где-то, это как получается, построили забор, но оставили калитку, и кому надо через калитку, только за определенную сумму, определенную мзду через эту калитку кто-то проходит. Вот и все. Потому все эти санкции, они в конце концов увеличивают какую-то финансовую нагрузку на преодоление этих санкций со стороны России, не более того. Потому санкции, как таковые, они либо должны быть широкомасштабными, всеохватывающими, либо это просто разговоры о чем-то. И такого рода призывы, допустим, к введению санкционной, так с себя надо начинать. Вон они через нас гонят газ, нефть, дизель, еще и аммиак пытаются просунуть. То есть надо начинать с себя, перекрывать все эти движение россиян, вот и дальше показывать миру, что мы с себя это начинаем, показывать, как надо прекращать любые отношения с россиянами в этом смысле, причем именно жестко прекращать. И дальше это же самое требовать от наших партнеров, требовать или предлагать, это уже все будет каждый, конечно, себе решать. И, ну, просто начинать надо с себя, просто призывать наших партнеров к введению каких-то санкций, а самим торговать с Россией или получать через венгерские банки деньги за прокачку продуктов нефти через территорию Украины, ну, это ж смешно. То есть как призыв какой-то, да, он какой-то политически имеет вес, но технически он же ж ни к чему не ведет. У Краснодарському краї Російської Федерації розбився літак Л-39 біля аеродрому. Один із членів екіпажу загинув. Причина аварії встановлюється. Роман Григорович, це вже не перший інцидент із такі аварії, де ми бачимо серед російської авіації. Про що це свідчить? Ну, скоріше всього, це все-таки профнепригодність російських льотчиків. Дуже багато таких помилок, які, якщо розложити, аварии и катастрофы, которые происходят именно из-за профнепригодности. Л-39 – это учебно-боевой такой истребитель-штурмовик, можно так сказать. Я сам на нем учился летать, 18 лет вылетел, тренировочный первый. Ну, в основном тогда, в то время, когда нас учили, как раз 18-летние летали уже тренировочные полеты, дальше на МиГ-21, то на МиГ-23. И вот это самолет очень надежный, то есть он сам вообще летает, даже из штопора сам выходит. Загоняешь его в штопор, бросаешь рули, он сам выходит из штопора, главное, чтобы высота была. Потому загнать его в какую-то аварийную ситуацию, ну, это надо уметь. Я на нем 1500 часов отлетал. Сложно было даже курсанта. У меня только один курсант, там, по-моему, на козле, на посадке скозлил и неправильно рулями действовал. Сложил переднюю стойку, об полосу жахнул 4 тонны. И то на коке дотянул, вернее, прополз пол полосы и даже не загорелся. То есть очень надежный самолет, и причем двигатель там тоже надежный, это тот же движок АИ-25ТЛ, который сейчас турки берут к себе на МИУС, проект МИУС, на Кизилельму, на беспилотник. Это как раз этот двигатель, этот старый, ну, это хороший чехословацкий самолет «Альбатрос». И вот его, чтобы как-то угробить самолет, ну, это надо постараться конкретно. Если угробили и самолет, еще и летчик отминусовался, ну, это значит полная профнепригодность. То есть это желторотики такие уже начинают летать, что
Ну, им максимум это по земле пешком ходить в сопровождении двух майоров надо, а не то, что там летать в воздухе на истребителях. То есть это показатель как раз вот этой уже профнепригодности российских летчиков. Мы их основных летунов мы уничтожили в прошлом году, ну так сложилось, то есть с помощью наших самолетов система ПВО россияне долго до них доходило, что они не уничтожили нашу ПВО и наш летный состав. А когда поняли, уже основной летный состав был отминусован российских профессионалов. А сейчас вот такие же ротики остались, которые даже Элку могут угробить. Ну, хотя я же говорю, что это очень сложно, этот самолет как-то вывести на те углы атаки или на те режимы, чтобы он не справился, сам не справился, по крайней мере, с полетом. Романе Григоровичу, я вам дякую за такий професійний аналіз, дякую, як завжди, за цікаву розмову, за всі ваші відповіді, за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику Новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube-платформі. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого, до наступних зустрічей. Романе Григоровичу, до завтра, дякую вам. До свидання.